Друзья, всем привет! Сегодня 21 ноября. Температура, смотрю. Сейчас фотографию вставлю. Я на обед приехал, перекусил и поехал снова на работу. Утром проснулся, поехал на работу в 7 утра. Вышел на улицу. 20 градусов холода показывает, ребята. У нас морозы наступили. В общем, севернее нас, где я живу, севернее меня на 500 километров Архангельск находится. Я звонил ребятам, там минус 3. Южнее нас, город Вологда есть, там минус 3, у нас в середине, блин, минус 20. Парадокс. Какая-то, блин, слово забыл. Какая-то паранормальная погода. О, непонятная. В общем, все, у нас уже зима наступила. Ой, хотел ехать-то в машину садиться, у меня печка топится. Надо в печку сходить подкинуть. Дымок там идет. Видно, не видно. В общем, я дровяничок доделал. Тут все прибрал. Поддоны были все, ликвидировал. Увез. Дровяничок доделал, дровами забиваю. Вот так вот пилю, складываю. У меня еще тут целая куча лежит. Это из старая разобранная баня, старая разобранная сарайка, чтобы на свалку не увозить, я все на дрова перепиливаю. Так что отапливаемся дровами. Там говорят, Европа замерзает, мы сами живем без газа. И они там говорят, замерзают, не знаю. А мы сами дровами отапливаемся. Дровпром, национальное достояние. Заплати мошенникам и спи спокойно. Ладно, сейчас я в печку подкину дров и поеду на работу снова. Что-то на вопросы там задавали. Нашли грибника или не нашли? Не нашли, ребята, грибника. В общем, приезжала вторая группа спасателей с собакой на поиск тела. И тоже не нашли. Искали там вроде 3 дня, работали. Не нашли. Так, у меня еще картон накопился. Надо будет потом на днях съездить, сдать картон. Записать видосик. И сегодня будет контрастный ролик. Сегодня минус 20. Я вспомнил, что у меня еще летние архивные ролики остались. Не показанные вам, не смонтированные. Когда лето заканчивалось, 30 августа вроде, или 31 августа, не помню. Самый последний жаркий день был. Плюс 20, мы выехали на речку покупаться с друзьями. Так что вставлю, сегодня контрастный будет. Сейчас минус 20. И вставлю в продолжение, как было плюс 20. Погнали, я пойду дрова принесу в печку, подкину. Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Вугар. Вугар, привет. Скажи, Жегу, привет. Скажи всем привет. Жарим шашлыки. Так-то дело обычное, но Угар, как всегда, сделает их в необычном формате. Помидорчики. И разложил еще какие-то штучки непонятно. Это что такое, Угар? А, это баклажан. Вкуснятина получается очень. Внутри жарится, варится, а потом ее... только ближе пальчики. Целиком перчики, целиком помидорчики. Обычное дело превратил в необычный, как называется, пейзаж. Натюрморт необычный. Во, слово вспомнил. Будем сейчас кушать, да, Нигбинка? Посмотрим. Угли так кидал, такие угли. Не сжигает. У нас проблема с углями. Несжигаемые угли какие-то. Дрова ты плохой отдал. Да. Пожалел. Хорошие дрова нам. Все, будем кушать. Не, пока жарить еще будем. Когда кушать будем, покажем. У нас тут стол есть, чтобы не нагибаться. Сугроб полметровый. Вместо стола выполняет функцию. Да. Че, процесс идет? Процесс идет, да. Скоро готовимся. Вкусненько покушать. А зимы только один плюс, да, Угар? Один плюс. Когда большие сугробы, когда много снега, их можно использовать в качестве стола. И качество воды. И в качестве воды подбрасывать сюда, чтобы не загорался шашлык. О, помидорчики уже готовы, да? Помидорчик, перчик, баклажан, все готово. Сейчас его в большое блюдо туда положим. Почистим. А, запах стоит. Вообще классный. Так, и у нас получился вот такой красивый столик. Скатерть-самобранка, да? Так, чем нас кормят-то? Расскажите. О, подожди, у меня тень пошла. Так. Давай сначала сидим, а потом расскажем. Давай сначала сидим, потом расскажем, как это было вкусно, да? Все, друзья, всем приятного аппетита. Мы сидим, а потом подскажем, было вкусно или невкусно. Конечно, вкусно. Подожди, 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 не выходи. Тебе надо по поезд было обратно вернуться. Да ладно. О, щуку поймал. Я сказал, сегодня же я новый. Это купил, должен ловить. Молодец. Только начало, брат, еще начинаем мы. Еще будет лов. О, еще такой жирный. Молодец. Жирный. Подожди, пальчики не занесу веточкой. Веточку отломи, и туда веточку вот туда. Ага. Веточка этим? Ну да. Крючок далеко заглотнулся. Да, он хорошо глотнул. Заглотнулся, крючок далеко.
и не вытащить. Тихонько. Итак, приехали на пляж. Ираклий приехал со своим креслом. Говорит, я без него никуда не хожу. Привез кресло из Грузии в Архангельскую область. О, ну как? Будем как в Дубае. Как вам? Как вам отдых? Суперский. Вот смотри, какие виды. На русских пляжах в Архангельской области. Солнышко греет. Это пляж в Архангельской области. Это наш ответ импортозамещению. Правильно. Отдыхаем у себя на родине. Вот, все четко. Как, какие там Дубаи? Какие эти нафиг? Какие там еще Мальдивы? Во, Архангельская область. Причем осень, август, конец августа, уже почти сентябрь. 30 градусов жары у нас стоит. На Мальдивах сейчас, говорят, там снег выпал. Что, Ираклий, расскажешь? Я согласен с тобой. Кому привет передашь? Всем, кто отдыхает за границей, возвращайтесь сюда. Домой. Правильно. Круто. Марнеуле привет. Марнеуле обязательно привет. Нормально, ребята. Вот такая погодка у нас. Архангельская область. Сегодня у нас 20, какое-то там 7, что ли, август. Сейчас будем шашлык жарить. Все, пошли, пошли. Начинаем. Кресло с собой забирай. Поближе к костру. Помоги. Вот так вот это делается. Ребята, камеру сегодня не взял. Все на телефон. Что-то спонтанно у нас выезд. Получился спонтанный. И без камеры. Снимаю на телефон. Хватит там местечко или не хватит? Перемещение сидельных мест. В общем, у нас одно барское место только. Царское. Будем сидеть по очереди. Царское место. Царское, да. Будем сидеть по очереди. Ой, меня подожди, сейчас локоть сломается. Не сломался вместо ногтя, сломался накладка. Вот такое у нас местечко тут. Где будем сейчас располагаться. Правда, стульчиков нету. Будет одно кресло вообще. Нормально. Круто. А песок-то какой горячий, да? Песок, да, как будто привозной. Мы еще взяли с собой удочку. Сейчас будем рыб ловить. Пляж просто безлюдный. Ребята, на 1000 квадратных километров ни одной живой души. Вот так вот. Все места свободные. Сейчас рыб еще половим. Никто не ожидал, что в конце августа будет такая погода. Все разъехались по домам, по городам. А мы, наоборот, на природу выехали. И вот такое местечко нашли. Мы здесь первый раз еще, да? Архангельская область, река Вага. Сейчас мы удочку закинем. На хлебушек червей еще не накопали. В общем, тут что у нас получается? Вдоль пляжа идет, протекает речка Вага. Вот так-то на с той стороны ходить, с спингом ловить. Ну, это чуть попозже походим. А сейчас пока поставим удочку. Тут уже эти палочки стоят. Тут рыбаки приезжают, видимо, рыбы ловят. Уже палочки стоят. Куда удочки они ставят. Сейчас мы сюда поставим удочку свою. И пусть клюет. Тут надо, наверное, глубину поставить большую. О, надо было больше сделать. Ну ладно, посмотрим сейчас. Съела? Да. Мелочь обдергивает. На глубину самую максимальную поставить, чтобы на дне лежало. На дне там покрупнее что-то будет. А сверху мелкие будут обклевывать. Ладно, сейчас спиннинг возьмем, еще прогуляемся там, вдоль того берега.